товарищи!» Застужая глотку, кричал с гранитного цоколя худой малый в финской шапочке задом наперед. «Товарищи-дезертиры, вы повернули спиной к гадам-империалистам. Мы, питерские рабочие, говорим вам. Правильно, товарищи. Мы не хотим быть наемниками кровавой буржуазии. Долой империалистическую войну!» Лой, лой, лой. Лениво прокатилась по кучке бородатых солдат. Не снимая с плеч винтовок и узлов с добром, они устало и тяжело стояли перед памятником императору Александру III. Заносило снегом черную громаду царя и, под мордой его куцей лошади, оратора в распахнутом пальтишке. «Товарищи, но мы не должны бросать винтовку. Революция в опасности. С четырех концов света поднимается на нас враг. В его хищных руках горы золота и страшное истребительное оружие. Он уже дрожит от радости, видя нас захлебнувшимися в крови. Но мы не дрогнем. Наше оружие – пламенная вера в мировую социальную революцию. Она будет. Она близко». Конец фразы отнес ветер. Здесь же, у памятника, остановился по малой надобности широкоплечий человек с поднятым воротником. Казалось, он не замечал ни памятника, ни оратора, ни солдат с узлами. Но вдруг какая-то фраза привлекла его внимание. Даже не фраза, а исступленная вера, с какой она была выкрикнута из-под бронзовой лошадиной морды. «Да ведь поймите же вы, через полгода навсегда уничтожим самое проклятое зло – деньги. Ни голода, ни нужды, ни унижения. Бери, что тебе нужно из общественной кладовой. Товарищи, а из золота мы построим общественные нужники». Но тут снежный ветер залетел глубоко в глотку оратора. Сгибаясь со злой досадой, он закашлялся и не мог остановиться. Разрывало легкие. Солдаты постояли, качнули высокими шапками и пошли. Кто на вокзалы, кто через город за реку. Оратор полез с цоколя, скользя ногтями по мерзлому граниту. Человек с поднятым воротником окликнул его негромко. «Рублев». «Здорово».